ребята, всем привет! Меня зовут Вика, вы на моем канале. И сегодня у меня видеовызов принят второй. За все почти что 2 года на Ютубе у меня всего лишь второй вызов принят. Супер! Ребят, короче, вызов принят. У меня последний раз был на даче летом 2015-го. Да, окей. Вот, и поэтому я решила... Моя собака играет в пищалку. Так, и, ребята, перед началом видео я хотела бы вам сказать, что я уже оценила Ask, вот, и там получилось так, что, фокус падал в стенку. Нет, я как бы была видна, но фокус почему-то падал на стенку. Вот, тогда я не умела настраивать еще фокус, и, блин, в принципе, там меня нормально видно, я выложу все равно это видео, но извиняюсь, что меня будет не очень хорошо так видно. Что ж, а мы начинаем. Так, мне кинули ужасные вызовы. В каждом вызове вы меня хотите просто измучить, ребят. Я сейчас постараюсь выбрать такие более нормальные вызовы. Вот. Тебе понравилось на елке Синдбад и Анна? Если да, то скажу, что любишь своих подписчиков. Это реально легкий вызов. Я люблю своих подписчиков. И да, мне понравилось на этой елке. Спой отрывок из песни на французском языке. Блин, я вообще французский не знаю. Просто, ребят, я реально не знаю французский, потому что я в 4 классе. Вот, короче, такая хрень в школе, что мы будем учить китайский. Вот, да. Кстати, у меня айподик, ребят. Спасибо, спасибо, да, не стоило. Ребят, у меня вот такой вот голос мужской, прям, е-мое. Станцую с любым своим животным танго. Да, я хотя и занималась бальными танцами, но что-то танго... В принципе, я помню танго. Читаем раз, два, три. Да? 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 Я спрашиваю, да? И весь факт в том, что одна собака у меня ест яблоко, вторая собака у меня ест... Нет, вторая собака спит, но ее лучше не трогать, потому что если ее тронешь, то она от меня живого места не оставит. Так что будем танцевать с обезьяной. Нет, не живой, конечно. С игрушечной обезьяной. Погнали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я забыла просто танго, вот, и нифига его не помню. Раз, два, три. Раз, два, три. Поддержка. Раз, два, три. Ребята, и следующий вызов. Встань на голову при помощи рук. Что-то, ребят, сегодня спортивное какое-то видео. То танго, то руки, то сейчас надо будет еще колесо мне делать. И, ребят, сначала я буду вставать на голову, так как я занималась спортивной гимнастикой. В принципе, я думаю, у меня остался этот навык, а уж потом колесо. Я считаю, что я сделаю этот вызов. Ребят, я не обещаю, что я сделаю колесо как-то по-мастерски. Но я постараюсь его сделать. Ужас, мне стрёмно, конечно, ребят, капец. Опа-на! Знаете, это какая-то акробатика. Сделали этот вызов. Приняли, да? Ребят, последний спортивный вызов на сегодня. Сделать сальто. В принципе, мне написали, попробуй сделать сальто с лавочки на улице. Если это слишком сложно, то закачай Geometry Dash Light и пройди 3-й уровень удачи с выполнением вызова. Короче, ребят, сальто я делать умею, на батуте я его умею 100% делать, с лавочки я его никогда не сделаю, да. И, в принципе, я могла его раньше делать на диване, я не знаю, смогу ли я сейчас его делать, но давайте посмотрим. От меня мокрое место осталось. Ребят, теперь очень крутой вызов. Позвони на любой номер и скажи смешную фразу.
Я не мастер придумывать какие-то супер-мега-крутые смешные фразы, но что-нибудь наподобие... я придумаю, в принципе, я надеюсь. Так, сейчас я открою какой-нибудь браузер и найду там какой-нибудь номер, например, квартиры в Ростове или что-нибудь еще. Просто стрёмно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. Смешать в кружке соль и сахар. И подержать это все 10-15 секунд во рту. В принципе, мне писали еще корицу. Но что-то, кстати, было много вызовов с корицей, но, как назло, у меня ее дома не оказалось. Поэтому, к сожалению, из многих вызовов сделаем совершенно один. Погнали! Ребята, вот я насыпала тут и соль, и сахар. Вот, и сейчас я буду все это есть. Погнали! Я тут сейчас все размешаю. Вот. Следующий вызов будет в следующем видео. Вызов. Станцевать хип-хоп. И, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте пальчик вверх. Если наберется хотя бы 2-3 лайка, то скоро, в скором времени, я выложу третий вызов принят. И я буду к нему скоро придумывать рубрику. Рубрику. Так что... Я с вами прощаюсь ненадолго, и да. Все, ребята, всем пока-пока! Бам-бам.